И, конечно же, как же не взять сковороду помощницы от компании Велберг? Вы думаете, это просто сковорода? Итак, сядьте в кресло, возьмите вкусный бутерброд и налейте кофе. Это не просто сковорода. Во-первых, это прекрасный сотейник, глубина которого 5,5 сантиметров. Это настоящий... Что такое? Цельный алюминий. Это прекрасное мраморное покрытие. Внимание, мраморная крошка, как великолепно она смотрится на моей куртке здесь, за моей курткой отсвечивает. Да, и, Оля, смотри, я вытаскиваю. Посмотрите, съемная ручка. Что это вам дает? Помимо того, что вам удобно хранить, вы можете готовить пирог, использовать как форму для выпечки. И, конечно, как противень. То есть это три в одном. Это и сковорода, это и сотейник, это и форма для выпечки. Итак, три в одном по цене 890 рублей. Кстати, мне очень понравилась идея с хранением. Посмотрите, положили, закрыли крышку, и все, она влезет даже в самый узкий уголок вашей кухни. Это сковорода вашей мечты, любимые телезрители. Это Велберг, это качество. Я хочу напомнить, что у нас 4 цвета на выбор прямо сейчас. Ты знаешь, вот, Олег, когда у нас распродаж случается в магазине, что распродают остатки? Вот посмотрите, пожалуйста, сюда, сколько цветов у нас на выбор. Ой, слушай, ну у нас прекрасный, конечно же, красный, синий, зеленый и, конечно же, баклажан. Слушай, но я доказательство. Вот жалко, я взял черную трубу. Уважаемые телезрители, посмотрите, она плавится. Надо было мне взять канализационную белую. Я хочу доказать, как не пригорает на этой антипригарном покрытии. Посмотрите, рифленое дно. Сильно бью. Ничего. Смотрите, я показываю. Вот, расплавилось. Посмотрите, как расплавилось. Ничего не пригорело. Вот я протираю. Все. Дорогие мои, ну посмотрите, как Олег Сотников любит вас. Он готовится. Он обесточил весь свой дом. Канализационную трубу принес. Вот так вот. Он все хочет показать вам, что вы покупаете качество. Это телеканал Shop & Show. Только проверенное качество для вас. Мы работаем 24 часа в сутки. Звоните. Все звонки просить бесплатные. И уже начинайте готовить на правильных сковородках. Совершенно верно. Оля, я хотел, знаешь, что тебе сказать? Чем прекрасна эта великолепная сковородка? Дорогие друзья, посмотрите, как она легко готовить на ней не только колбаски. На ней можно готовить стейки. На ней можно готовить блины. Оля, но достоинство, помимо того, что вы можете соусные блюда готовить. У меня рядом, конечно, да, они здесь готовятся. Вполне. Готовить гарниры здесь можно еще, Оля, запекать, дорогие телезрители. Слушай, как здорово. Смотри. Смотри, мгновенно. Мне очень нравится объем. Мне очень нравится то, что здесь высокий блин. Да. А значит, мое любимое блюдо, как называется? Запомни. Чихагбили. Молодец, умница. Тоже здесь можно готовить. Да здесь и супчик можно приготовить. Почему? Оля, дело все в том, что здесь суп можно действительно приготовить, потому что здесь вмещается легко почти 2 литра супа. Ну, конечно, 5 литров видно. Широкого. Дорогие друзья, итак, смотрите, еще раз напоминаю, что очень все удобно. Посмотрите, вот я даже помешиваю, как легко. Вот какой тебе нравится больше цвет? Ты знаешь, я не могу выбрать, я же женщина, у меня глаза разбегаются, когда меня ставят перед выбором. Хорошо, что я мужчину хоть смогла одного выбрать в своей жизни. Итак, посмотрите, милые мои, 3 цвета на выбор. Красный, синий или зеленый. Берите сразу 3. Пусть 3 помощницы стоят на вашей плите. Правда, настроение повышает. Олечка, взгляни, пожалуйста, я сейчас выкладываю чихагбили. Можно, пожалуйста, за мной? Я медленно, я очень медленно, я медленно, медленно, медленно. Смотрите, что я делаю. Посмотрите, сколько у меня получилось. Много мяса. Всегда говорят, поговорка хорошая. У меня на даче друзья говорят, мяса мало не бывает. И вы с этим легко справитесь, потому что это сковорода, это и сотейник, это и маленькая кастрюля, могу Конечно, сказать. Конечно, вы экономите. Во-первых, вы не покупаете сотейник, вы не покупаете противень, вы не покупаете кастрюлю и сковороду. Вы покупаете одну помощницу от компании Велберг. И это еще не все. Дорогие друзья, а теперь на минуточку внимания на меня, на плиту. Давайте на плиту взглянем. Смотрите, я сейчас приготовил много блюд. Смотрите, что я делаю. Я специально сейчас вытаскиваю отсюда ручку. Она, конечно, здесь. И смотрите, что я делаю. Иду в духовой шкаф. Напоминаю, мы в прямом эфире. Чем хорошо, что мы готовим наяву. Посмотрите, 200 градусов. Тены все включены. То есть я к чему вам говорю? Вы можете использовать как форму для выпечки. У меня сейчас... И смотри, сейчас я скажу, да, что-то. Я подсматриваю. Итак, смотрите, дорогие телезрители, чувствуешь аромат? Смотрите, да. Я сейчас вставляю,
И здесь мы приготовили настоящую шарлотку. Вы представляете, форма для выпечки. То есть это и сковорода, это и сотейник, это и маленькая кастрюля, это еще и форма для выпечки. Все это я бы назвал 4 в 1. И 4 в 1, это точно. То есть мы пироги с вами можем готовить. Аккуратно. Я не знаю, как у вас, у меня в этом году яблочный спас удался. Столько яблок, куда девать? Конечно, будем соленье, варенье, соки делать. Но шарлоточка, так она же быстренько готовится. Положите вашу помощницу. Это сковорода от компании Велберг. Это же еще и противень. Все вот это по цене. Итак, 890 рублей. 4 цвета на выбор, уважаемые дети. 4 цвета. Вы выбери. Зачем брать по одной? Я считаю, что лучше взять сразу несколько. Итак, давай покажем. Раз, два. Баклажан. Это синий цвет. Баклажан. Оли. Красный и зеленый. Оли, прекрасный красный цвет и зеленый. Кстати, цвет, зеленый цвет это логотип нашей компании. Итак, 890 рублей за одну сковороду. Это сотейник с высоким бортиком, с крышкой, со съемной ручкой. Что нужно сделать? Просто выбрать свой цвет. А если взять не можете 4 выбрать, цвета. Правильно. 4 цвета, моя. Дорогие друзья. Ну что такое? Берем. Подожди, Оля, 890 рублей это 5 килограмм мяса. Вы его съели и забыли. А это останется долго, потому что здесь мраморная крошка, она долговечна. Ну, мало того, Олег, мы будем эти сковороды передаривать из поколения в поколение, потому что они нам будут служить долгие-долгие годы. Еще раз напомню, телеканал Shop & Show работает для вас 24 часа в сутки. Звонки по России бесплатные. С мобильных телефонов тоже бесплатные звонки. У нас есть свободная операция. Он ждет именно вашего звонка, именно вашего заказа. Итак, уважаемые телезрители, смотрите, только что, помните, я плавил здесь трубу. Я вытаскиваю наши колбаски, которые практически уже готовы. И хочу, посмотри, как продемонстрировать. Посмотри, сейчас она у меня чистая. Но вдруг наши телезрители не верят. Я сейчас подношу сюда, смотрите, что я делаю. Вот, я протер, и она у вас абсолютно чиста. Вот не видно, на чё, вот мне может сдвинуть сюда. Во, вот так, во, вот так. Поближе посмотрите, уважаемые телезрители. Вы видите, какая чисто... Ой, вот так. Эй, дорогие телезрители, это фирменный трюк Олега Сотникова, чтобы не мыть посуду. Да. Итак, сковорода-помощница, 890 рублей. Последняя уникальная возможность заказать любые лучшие товары на нашем телеканале Shop & Show, который, кстати, вы особенно полюбили. Помощницу многие из вас помнили, да. Но она стоила у нас гораздо дороже. А сегодня всего лишь 890 рублей. 890, дорогие телезрители, ну что такое 890? Доберите сразу 4, ну что такое? Конечно же, цвета яркие, красивые. Это и сковорода, это и сотейник, это форма для выпечки, дорогие друзья, это и маленькая кастрюля. Вы представляете, в эту небольшую, казалось бы, сковороду помощница вмещается почти 2 литра. И высота борта здесь 5 сантиметров, вот, дорогие Олег, друзья. Вот, Олег, многие телезрители сейчас включили Shop & Show. Ух ты, сковородка, 890 рублей. Надо брать. Ой, ладно, потом, сейчас мне надо там делами своими заняться. И отойдут от телевизора. Стоп! Подождите. Согрейтесь нашими ценами и лучшими предложениями.